В Талдыкургане мужчина пытался перерезать горло бывшей девушки. Шокирующий инцидент произошел в одном из салонов красоты города. Покушение попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина набросился на девушку с канцелярским ножом и нанес несколько ударов в шею. Сообщается, что ранее она уже подверглась насилию со стороны мужчин. Решением суда ему запретили приближаться к бывшей девушке, однако эти меры его не остановили. Сейчас злоумышленник находится в ИВС. Как стало известно, туда он был помещен сразу после того, как правоохранители переквалифицировали дело с хулиганства с применением холодного оружия на статью «Покушение на убийство», сообщили в полиции. В отношении него избрана мера пресечения содержания под стражей. Подозреваемый водворен в ИВС полиции Талдыкургана. Уголовное дело переквалифицировано на статьи 24 часть 3, 99 часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Покушение на убийство».